Большой волейбол возвращается в Казань. С момента последнего домашнего матча «Зенита» прошло практически 2 месяца, а если быть точным, то 53 дня. За это время казанцы успели выиграть регулярный чемпионат России, а также завоевать бронзовые медали Лиги чемпионов. С приходом настоящей весны настало время решающих матчей в чемпионате России. На правах победителя регулярки «Зенитовцы» пропускали первый раунд плей-офф, ожидая результатов 1/8 финала. Соперником подопечных Владимира Олегна стал кемеровский Кузбасс. Кемеровчане в регулярном чемпионате заняли лишь 11 место и вышли в плей-офф, где в первом раунде, к удивлению болельщиков и специалистов, было обыграно краснодарское «Динамо», которое, в свою очередь, нанесло одно из трех поражений казанскому «Зениту» по ходу чемпионата. Самый тяжелый был это шаг переиграть Краснодар. Вот, «Зенит» хорошая команда. В принципе, на нас ничего абсолютно не давит. Будем играть в свободный волейбол. Вот, а пока мы на хорошей ноте, у нас много эмоций, будем бороться. В нынешнем сезоне Кузбасс уже достиг своего лучшего результата в чемпионатах страны. А посему на подопечных Дениса Матусевича не будет давить ответственность за результат. В этом сезоне «Зенит» дважды обыгрывал Кузбасс со счетом 3-0. Но то были игры регулярного чемпионата. Состав гостей не претерпел серьезных изменений с момента последней встречи команд. Главные звезды все те же. Диагональный Павел Мороз, 2 года подряд выигрывающий конкурс на самую сильную подачу в рамках матча всех звезд, блестяще сыграл против краснодарского «Динамо», набрав в 2 встречах 63 очка и показав такой же процент в атаке. 2 иностранных доигровщика Бьорн Андре и Самуэль Туя также прибавили в матчах на вылет и наверняка постараются огорчить зенитовцев. Я думаю, что «Зенит» надо нас обыграть, а не нам играть «Зенит». Вот, так что на нас, в принципе, абсолютно ничего не давит. Мы свою задачу, по большому счету, уже выполнили. Будем играть, как бы, чем лучше результат, тем лучше. Да, в общем-то, они опасны своей быстрой игрой. И, так мягко скажем, тем, что они, в принципе, уже, по большому счету, задачу свою как-то выполнили. И, в общем-то, будут играть свободно. Поэтому, возможно, будет немножко непредсказуемая игра, не то, что показывают обычно. Возможно, будет так. Может быть и нет, но возможно. Сразу по окончанию тренировки гостей на площадку вышли казанцы, которые явно соскучились по волейболу за время 2-недельной паузы. Долгий период времени игр действительно не было. Ну, это компенсировалось тем, что игровые моменты, прокрутки какие-то были двухсторонние. Так что я не думаю, что особо заскучали. Было достаточное количество дней для нормальной работы, вот именно, чтобы передохнуть от игр, где-то восстановиться, где-то болячки залечить. Я думаю, все нормально. За исключением Александра Волкова, все игроки находятся в боевом расположении духа и готовы выйти на площадку в завтрашней встрече, дабы порадовать своих болельщиков. Не останутся в стороне и организаторы встречи. За 1.5 часа до начала матча у входа в центр волейбола начнет работать полевая кухня. Все желающие смогут бесплатно подкрепиться гречневой кашей с тушенкой. А перед самим матчем болельщикам будет предложено красочное шоу, в котором поучаствуют сами фанаты. Бесплатные автобусы до центра волейбола, а также уже любимые мейкап-зоны и конкурсы кричалок, как всегда, для настоящих любителей волейбола. Приходи поддержать любимую команду. Уважаемые болельщики, приглашаем вас посетить игру «Зенит-Кузбасс» 13 апреля в 17:00. Мы вас будем ждать, надеемся на вашу поддержку.